Привет! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня я расскажу и покажу, как я готовлю белково-заварной крем. Этот крем идеальный для декорирования тортов. Он очень хорошо держит форму и не расплывается. Ну что, давайте начнем! Для белково-заварного крема нам понадобится 250 грамм сахара, 75 миллилитров воды, 1 чайная ложка лимонной кислоты, 3 белка. Для начала я буду варить сироп. Когда их сироп закипит, буду взбивать белки. Потом, не прекращая взбивать, буду добавлять сироп, горячий сироп в белки. И еще где-то 10 минут взбивать. Наш крем готов, теперь мы можем приступать к декорации.